Здравствуйте, уважаемые зрители! Приветствую вас на своем канале. Приятного просмотра! К сожалению, каждый день мы получаем трагические новости из сферы шоу-бизнеса, политики и спорта. И сегодняшний день не исключение. Уважаемые зрители, если вы видели наше вчерашнее видео, посвященное Анастасии Заворотнюк, то уже знаете, что мы развенчали легенду о том, что актриса скончалась. Но события сегодняшнего дня круто изменили обстоятельства. Дело в том, что на нашу электронную почту пришло несколько фотографий с одним и тем же похоронным памятником, который якобы посвящен Анастасии Заворотнюк. Уважаемые зрители, если вам нравится наше видео, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк. Надо отметить, что мы были немало удивлены подобному сюрпризу в кавычках, но все же смогли определить историю этого памятника и кому он принадлежит. Все оказалось риторически просто. Как мы и думали, памятник не принадлежит Анастасии Заворотнюк, а под ним похоронен обычный человек из реальной жизни. Поэтому, дорогие друзья, мы еще раз вас убедительно просим не волноваться, если в интернете, на YouTube вы видите подобные видео о похоронах Анастасии. Мы первые вам расскажем правду и о той ситуации, которая происходит в действительности. А что же происходит в действительности? В действительности неизвестные сегодня взломали личный блог дочери Анастасии Заворотнюк и выложили в сеть ее интимные постельные фото. Мелочь, но неприятно. Что касается самой Анастасии, то пока изменений в ее здоровье нет, и она также сопротивляется болезни онкологии. Режиссер Алексей Демидов в последнем интервью отметил, что Анастасия Заворотнюк, несмотря на все перипетии судьбы, ухаживает за собой и даже в душе мечтает выйти на работу.